Ой, что творится. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 14 февраля 2021 года. Поздравляю вас все, дорогие друзья, всех с праздником. День Святого Валентина, день влюбленных. А у нас в этот прекрасный праздник любви, добра, наш Вильгельм прячется за меня от малышей. Ребенок нашел себе любящую мамочку Марию, и мальчик снят с продажи. Прячется за меня. Я пытаюсь его снимать, а его щенки загоняли вон по углам. Зося! Что же это такое-то? Ну-ка, иди сюда, толстуха. Нахалка. Вильгельм уедет жить у нас в Сева... Это Ксюша, не путать. Толстуша наша. Вильгельм, да куда ты все прячешься от малышей? Вильгельм уезжает у нас жить в Севастополь. Мария написала мне, она подписчица нашего канала. И написала мне в личные сообщения о том, что она живет в Севастополе. Работает всю жизнь врачом, извините, я уже с детишками забегалась. Заговариваюсь уже. Значит, дети уже взрослые, живут отдельно. Они с мужем, военнослужащим, живут вдвоем. И мечтают приобрести себе маленького щеночка породы чихуа. Ну и, в общем, так скажем, выразила свое желание приобрести этого щеночка в нашем питомнике, так как ей понравилась общая политика нашего питомника, разведение, содержание и все остальное. И вот совсем недавно, на днях, она посмотрела видео, в котором мы как раз показывали нашего герцога и Вильгельма рядышком. Вот, и очень полюбился ей этот мальчик. Она говорит, я в него прям влюбилась, говорит. Но так складываются жизненные обстоятельства, что сию секунду приехать за ним я не могу себе позволить. Можно ли как-то мальчика купить вот с таким учетом, что забрать его через несколько месяцев? Да, на самом деле существует такая практика. Мы сейчас живем в частном доме за городом. У нас достаточно места для выгула наших питомцев, для содержания. То есть особенно Вильгельм у нас продается кастрированным. То есть он ни в коем разе никаким образом не повредит нам, проживая вместе с нами еще несколько месяцев, несмотря на то, что да, он рожден у нас 17 июня 2020 года. И это уже, можно сказать, подросток, который, да, уже скоро станет половозрелым, но в связи с тем, что он кастрирован, он никаким образом не будет реагировать на течки наших девчонок, он никаким образом не будет драться с нашими парнишками из-за девчонки, из-за невесты, прям скажем. То есть для меня это не составит никакого труда, кроме, конечно же, ну, определенных расходов на питание, содержание. Разумеется, он будет получать все те же вкусняшки, что и наши питомцы. И мы с ней обговорили вот с Марией таким образом. Мария оплачивает полную стоимость Вильгельма. То есть мы 100% расчет по стоимости щенка сразу проводим. И ежемесячная выплата идет за содержание. Сколько месяцев проживает, столько ежемесячно перевод идет за содержание. Такая практика, почему нет, если я имею право себе позволить, могу себе позволить, у нас достаточно места, мы можем себе позволить собачку посодержать несколько месяцев. Если человек хочет именно вот эту собачку, он влюбился именно в эту собачку. Ну да, мы, видите, сейчас попали в такую ситуацию, что у нас, к сожалению, то коронавирус препятствует нам выехать, например, из страны в страну. У нас недавно такая ситуация произошла, когда у нас зарезервировали щеночка в Киргизию, насколько вы помните, это как раз-таки из помета Вильгельма была Вивьен. И на тот момент, когда люди ее резервировали, никаких проблем с выездом в нашу страну приехать не было абсолютно. Но как раз, когда щенок подрос, привит был, прошел все карантины, на тот момент случилась какая-то катастрофа, война или что-то такое политическое. В
самой Киргизии, и выезд-въезд туда запретили. То есть у нас щенок жил еще больше, чем положено. Дуся, ты уже запугала. То щенки закусали Вильгельма, то Дуся загоняла, а он дети все в наглую сосут Юлю. Вот. А потом также тоже дочка жила в Санкт-Петербурге у мамочки нашей Вивьен, которая сама проживала в Киргизии. И нам пришлось переправлять вот таким образом. Сначала дочка забирала в Санкт-Петербург щенка, потом уже мама там какими-то вот прилетала, забирала. То есть, ну вот какие-то сложности, они в нашей жизни, к сожалению, существуют. Особенно сейчас, на момент вот этого коронавируса. И все мы люди, все мы понимаем, ну и ничего страшного в этом нет. Поэтому, если у кого-то есть такое же желание, но вы просто боитесь, что, да, вот какие-то обстоятельства, да, если честно, если, ну, так скажем, другая страна, и карантин, который неизвестно когда снимут, не через несколько месяцев, а может быть через год или через два, тогда, ну, наверное, это не имеет смысла, например, резервировать щенка, и он будет расти у меня 2 года. То есть, ну, как-то это уже совсем уж собака и к нам привыкнет, и, в принципе, наверное, через 2 года, когда снимут карантин, будет проще купить его уже таким образом, как обычно. Мы купили и прошли карантин, и прививки и вывезли. Вот. Но с Севастополем у нас, слава богу, нет никаких таких препятствий, а жизненные обстоятельства, они у всех разные, и это нормально, это жизнь, что в этом такого катастрофического. Поэтому, если у кого-то есть такое желание, пишите в личные сообщения, обговорим стоимость передержки, и вы также можете через какое-то время приобрести своего питомца, но это будет именно тот пес, в которого вы влюбились, потому что щенки есть, щенки будут. И на сегодняшний день остается 9 щенков в нашем питомнике, которые ждут мамочку и папочку. Это 6 малышей, про которых я делала утром сегодня видео, рассказывала, показывала всех подробно. И вот теперь уже 3 подрощенных мальчика. Это Цериус, Герцог и малыш Виконтик, который сегодня тоже участвовал в видео.